What the fuck? Я фотографирую, а мне на новую главу начинают. Это что ж такое-то? Алло, гараж, вы что, шутите, что ли? Вау. Охереть просто. Я фотографирую, а мне новую главу начинают. Дебилы, что вы что, конкретные идиоты, господа разработчики? Что сейчас было? Я фотографирую, а мне главу начинают. Вау, вы видели, как только что колбасила женщина? Я не буду отвечать на звонок. Игра, иди в зад. Вы что, охерели, что ли? Я тут, понимаешь, хочу стать фоторепортером. А вы... Я еще слышу такой звук, знаете? Все, пора в отпуск. О, да. Где ж мы да. О, да. Я таких фоток наделал. О, да. Игра охренела просто. Ну, в общем, глава 7, халтурка для члена. Классное начало видео, потому что я видео разделяю. Начинаю новое видео. Если начинается новая глава, то я начинаю видео. Но это было просто потрясающе. Мудила! Я ничего сам не знаю. Сам ты мудила! Расслабься. Мои люди придурки со стажем. Но только не ты! Ты мой любимчик! Да ты что? Ты еще заплачь! Вам помочь, сэр? Да, у меня есть для тебя работа. Гони к верфи в Крессент Парк. Живо! Нет, сначала забег. Паркур всегда, забег, да. Сама вежливость. О, да, детка. Давай. Давай, я смогу. Я же женщина. Я смогу это сделать. Побежали, паркур для женщин. Только надо будет покраситься еще на ходу. Господи, что происходит? Нет, заново би. Твою мать! Что это было за фейл? Как я мог вообще так облажаться? О май факин гад, тут же еще сложное место будет. Вау, а сейчас даже не надо было париться. Да главное не прыгать сейчас. А вот а фак. Я подумал, здесь какая-то униформа лежит. Нет! О, господи, у меня 17 секунд осталось. Я не должен облажаться. Где следующие часики? Чё она не прыгала? Мудила скейтбордистка. Я скейтбордистка. Не трогай меня, как... Почему ты меня трогаешь? О, боже мой, это эпично. Нет, что ты... делаешь? Чан послал меня наверх к Крессент-парк. Интересно, что ему на этот раз... это видели? О, там настоящая иракская женщина только что была. Простите, у меня тут ЧП. Я тоже эту смертницу сейчас достать где-то. Буду смертницей, буду во всех врезаться. Господи. What the fuck? Как мне туда забраться? Я же говорю, здесь какой-то бубка нужен, чтобы туда запрыгнуть. Костюм бубки. Вы видели только, что человек прыгнул и... Он только что прыгнул и врезался в стену. Почему я не могу ничего купить? А как я могу посмотреть фотографии, которые у меня есть? А, они... фотографии у меня здесь, поймешь. Прямо здесь. Только я должен выйти из тачки, чтобы их посмотреть. Вау. Просмотр на ТВ, вот. Вы посмотрите, какие фотографии. О. Блин, да что ж такое? У-у-у. Фу. О, да. О, да, можно приблизить. О, нет, черт, отстой. Да, поделиться этим снимком. Я хочу поделиться этим снимком. Да. Да, детка, еще больше снимков. Да, я думаю, это все понравится. Все оценят.
Надо еще показать, как выглядит фотоальбом здесь внутри. Господи, не фокусируется ни хера, особенно при такой яркости. Потрясающий. Так, просмотр на ТВ уж оставим. Я не знаю, как мне сесть, чтобы я не отсвечивал, потому что я, блин, половину жестика закрываю. Ну, в общем, выглядит все примерно так. Опс, у меня рука дрожит. Надо меньше пить водку. И бла-бла-бла. Приближать нельзя, просмотр на ТВ можно включить, выключить и так далее. Давайте уже! Струячик, что ты делаешь? Я же женщина! Нет, если я надену костюм той шахидки, я должен буду молчать. Что ты делаешь? Уйди с моей дороги! Что ты делаешь? Дебил! Ты не видишь, что я на дороге? Ты должен был уступить мне дорогу! Кретин! Поехали на следующее задание! Ой, что это было сейчас? Разуй глаза! Что это? Что? Ух ты, мать твою! Ох ты, мать твою! Подождите, тут можно переодеться, да? Со всеми бывает. Я уже построил ее или нет? Подождите, она мне не отмечена на карте, я ее должен построить. Я должен построить кабинку эту. О да, я построил! Наконец-то могу переодеться и нихера не делать! О, мне дали папарацци! Я хочу стать папарацци! Да, разгонимся, давайте! Мы сможем сделать... Люди! Люди, что вы делаете? Вы вылезали тут всякие. О господи! О господи! Господи, где я? Это было прекрасно! О боже мой! О май гад! Что это такое? Уничтожать Африку, да? Нет африканцев! Господи, это было эпично! Я на нет, наверх не пойду. Наверху страшно. Я не могу развернуться, ну и что, я же женщина. Страховая компания мне это припомнит. А еще я слушаю всяческие бабские песни. Типа, Виагры. Я не помню ни одной песни, поэтому Виагры FM не будет. Да. Я специально их не буду включать, чтобы не завидовать их слаженной фигуре и слаженному пению. Мне нужно было ехать налево, ну и что, насрать на игру, я знаю, куда мне надо ехать. Игра, не указывай мне! Ебать пятерых детей! Уничтожать! Да! Нет тачкам, которые я не могу, на которые не могу заработать, да! Хватит. Ты уже на месте? Да, я рыбачу. Этой работой должен был заняться Фэн, но он не выходит на связь. Как и Ли, как и Фу. И Пин. Может, они и кофе пьют? Хочешь сказать, что у меня плохой кофе? Нет! Что-то произошло, и вся моя банда — это ты и эта кучка болванов! Раз уж все мои проверенные бойцы куда-то запропастились... Там рыбака Дед Мороз был. ...работу придется выполнить тебе. Что стряслось? Я сообщу подробности позже. Об этом никто не должен знать. Перегони мой катер от верфи к острову Аполлон. Живо! Пошел в жопу! Не хочу... О, катер. Надеюсь, там будет какая-нибудь рывовая песня. Рывовая музыка. В исполнении Иоганна Себастьяна. Остров Аполлон. Катера, интересно, а морские, какие морские, воздушные, блин, космические корабли будут, нет? Я не могу. Не спойлерить, да. Ну-ка, я не просил вас отвечать на этот вопрос. Чё мне дали за это? Целый костюм. Там опять женщина, Интересно. Я в ковбойской шляпе. Зачем они спасать, о боже мой! Нет, одна... Блин, один костюм лучше другого просто. Зачем они добавили бабские костюмы в игру? Что это такое? Женский, ладно, женский. Я не удержусь. Я не удержусь. Ну и что это?
Это было как-то хреново. Вау, катерами легче управлять, чем в GTA 4. Представляете? Катером здесь легче управлять, чем машиной даже. Вау. Я могу выделать кульбиты. Я же в кайбойской шляпе, я должен снять парочку женщин. Ну, зачем еще катера покупать, я не знаю. Ну, для рыбалки, да, допустим. Но для рыбалки покупает процентов 5 человек. Все остальные довольствуются надувными лодками. Или, может, даже надувными женщинами. Не, ну как вы, что? А для чего их еще-то покупать, в смысле, надувных женщин? Че? Ну не по прямому назначению же их применять, ну, в смысле. Не надувать их и не скидывать с балкона наполненными водой. В смысле, надуть, потом наполнить водой, потом еще и скинуть с балкона. Представьте реакцию тех людей, на которых, перед которыми только что упала резиновая баба, наполненная водой. У, тут столько всего. Можно я припаркуюсь? Потрясающе. Надеюсь, она не исчезнет. Я очень на это надеюсь, что она не исчезнет. Как все другие машины и женщины, которых я когда-либо встречал. Но я же Билл Дёрби, наверное. Я не помню, как этот костюм называется. Мелодия звенка свинья? Во? Правда, что ли? Окей. Где он? 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 Детали. А как ее купить-то? What the fuck? Не туда. Ну и ладно. Ну и насрать. Ну и не надо. Ну и забери. Ну и все. Сюда я не могу, сюда я не могу, сюда я не могу. Окей, где катер? Ух ты, в прыжке! Как он по-пацански залез туда, по-пацански! Ну смотри, надо было еще надо было еще сигару закурить в этот момент, правда, сигара-то не по-пацански, это по-мужски скорее. Сигаретка есть! Вот это по-пацански, да. А здесь что? Для чего вот этот въезд здесь? Просто так, по приколу? Окей. Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я мудак. Ну и что, что тебе не нужен? Рыбак, который зарабатывает 5000 рублей и так далее. Почему игра мне такие маршруты показывает? What the fuck, что это такое? Что сейчас происходило на экране? Я, мол, собрал много-много непонятно чего. О, да, да. Почему здесь нет ускорения? Я вот такой катер хочу. А тут не катер, ни хрена, ну ладно. Элли, Чан дал мне очередное задание, и боюсь, на этот раз речь идет не просто о спортивной тачке. Я направляюсь на остров Аполлон. Чтобы они сквозь землю провалились. Что Рексу там нужно? Без понятия. Но я нутром чую, что это ключ к разгадке, Элли. До нее рукой подать. Если чего разузнаю, сразу сообщу. Зачем мне такими, я не знаю, вот такими вот кривыми линиями ехать? Я что-то не всасываю. Остров Аполлон, интересно, это аналог чего в реальности? Водила, ты уже добрался до острова Аполлон? Да, сэр. Отлично. Я хочу, чтобы ты украл луноход. Чего? Ты что думал? Что я тебя замороженным на остров Аполлон? Нахера тебе луноход? Это самая тупая кража в мире. Давай живо на космодром. И угоняй луноход! Чтобы попасть туда, придется замаскироваться. Украсть луноход! Луноход! Я не знаю, а может быть мы еще бифидобактерии украдем? Что это? Что? Зачем? Для чего? А какая краска мне нужна? What the fuck? Ладно, не суть, я нашел то, что мне нужно. Я нашел проход вперед.
Проход вперед, проход вверх, проход. Да какая разница, куда-нибудь проход. Что это за звуки такие? Не пугайте меня страшными звуками, не надо. А, это вышка. Клево, я обошел ворота. Потрясающе. Ворота для лохов! Нет, подождите, надо сначала построить. Давайте построим. Да господи, строй давай! Строитель поганый! Трой... Что? Окей. Трой извилинов. Что это? Ну, даже я не могу с ней ничего сделать. Я же женщина. Я должна уметь это сделать. Что? Что такое? Это самое бесполезное здание в мире, вот это, которое справа стояло. В нем ничего нет, оно ни для чего не... О. Мне нужен динамит. Ну или уже нет. Бей, бей БТР! О, и в него можно сесть. Давайте сделаем круг почета. Да, то, это тоже охренительный круг почета был. Здесь вообще ничего нет. Понимаете, я еще понимаю, если бы было бы хоть что-то. Но здесь-то реально ничего нет. Господи, что? Как этот БТР ездит? Что это? Простите, сэр, моя мадемуазель. Я всего лишь приехал вас задавить. Насрать, я поеду к точке назначения. Что-то здесь как-то ничего нету. Это скучно. Люди, я вас задавлю. Я не сертифицированный космодромщик. Может, мне даже удастся раздобыть скафандр? Было бы круто. Скафандр? А, так вот что это такое. Помните, значок был на вышке в аэропорту? Это был скафандр. Простите, простите, но вы что ж, вы готовились к полету на Луну 300 дней подряд? К сожалению, мне пришлось вас задавить по полицейским целям. У нас ведет расследование, я под прикрытием. Я мудак. Зачем я это сделал, я не знаю. Но, скорее всего, по той же самой причине. Опять не та кнопка, да что ж такое? Не знаю, что это мне даст, но ладно, я что-нибудь перекрашу сейчас. Какого черта здесь нихера нет? Тут прихожу, везде что-то есть, хотя бы детальки. Сейчас вообще ничего нет. Я, конечно, понимаю, что остров, космодром, здесь нельзя... Здесь нельзя ничего лишнего иметь, но в самом деле... Опять по кругу. Не могу построить я данную постройку, сооружение. Построить постройку. Построить еще не построенную постройку, которую можно построить. При помощи построения. Здесь еще. Сколько здесь всего, посмотрите. О, да. Что мне нужно делать? Ничего. Я думал хотя бы кнопку нажимать, что ли. Полет на шат. Нихера себе, что тут есть. О, боже мой. Не попал. Тайминг сбился у меня, потому что жопа, блин. Ну и что, что я не Аладдин. Опять не попал, да? Твою мать.
Еще одна попытка! Еще одна попытка! Да как я не попал-то? Ладно. Вот теперь попал. Да что ж такое-то? Сейчас вообще, вообще быстро будет. Да твою мать! Твою мать! Не надо, не надо, не надо обла... Мне не стоит... Нет, блин, как это сказать-то? В общем, я облажался первый раз, и поэтому... Поэтому я зафейлился. Надо оставить неудачные попытки на последующие два раза. Ну, теперь я точно собью все. Ох ты, мать твою, это уж совсем фейл. Четко как, посмотрите, прямо... Прям тютелька в тютельку, точечка в точечку. Чем занимаются космонавты? Че за херней? Окей, покрашу. А какой мне цвет нужен? Я не знаю, теперь еще и цвет нужно искать. О, ну здесь-то вообще все быстро так ходит, вращается. Тан-таран-тан-тан-тан-таран-тан. Тан-таран-тан-тан-тан-таран-тан. Обалдеть. Игра, иди взад, ты мне подсказываешь всяческое дерьмо. Я понимаю, что мне нужно идти туда. Ты мне, главное, не убирай отметку о том, куда мне нужно идти, пожалуйста. Если мне за это дают блоки, я буду юзать. Я буду юзать все, за что мне дают блоки. Ну, это ж верно, если вам дают деньги на халяву, то почему бы это не использовать? Почему бы не вступить в МММ, да? А, мне нужен фиолетовый цвет. Нет, мне не фиолетовый нужен. Я не знаю, какой мне здесь нужен. Какой-то. Ай. Это было больно. Он сделал мне бобо. Батуты? Серьезно, просто батуты? Вау, это было супер сложно. Я просто охренел от сложности. А теперь ломать! Черт, нельзя ломать, отстой. Надо ломать это. What the fuck? Как какой-то... Как какой-то мангал может уничтожить БТР? Или что это было? Извините, я всего лишь грабитель. Я не знаю, куда мне этот динамит вставлять, но куда-нибудь, наверное. Я пытаюсь собрать, он не собирает. What the fuck, это для... для космонавта, видимо. Зачем эта лестница нужна? Для космонавта эта вещь. What the fuck? Дырп-дырп. Так, мне не сюда, видать. Какого черта? Тан-таран-тан. Ну здесь вообще же какой-то геймплей пошел успокаивающий. Так что надо соответствующий саундтрек сюда запилить. Тан-таран-тан, тан-тан-таран-тан. Тан-таран-тан, тан-тан-таран-тан. Чё, куда ехать, чё мне делать? Нихера я сейчас не пойму. Как мне вот сюда-то зайти? Все, я вижу, сейчас я зайду. Чё за херня? И чё мне делать? Никуда я прийти не могу. Зачем он стреляет, я не пойму. Какой-то дебил этот билдерби, блин. А, вот он костюм для переодевания, окей. Чё это? А, может, мне нужна краска, как раз вот это, чтобы заправить баскетбольный мяч. Пойдемте посмотрим. Я должен это сделать! Я должен это сделать! Я еще в людей буду стрелять. Окей. Это было забавно. Это не тот свет. Сачку? Сачку?
Эй, космонавт, теперь ты голубой. Никто не будет играть с тобой. Я хочу космонавта выстрелить. Ей, космонавт голубой. Все, теперь ты не космонавт. Чейз Маккейн, космонавт. Охереть. О боже мой! Какие у него способности, мне интересно. И чё? Запомните последнее исключение цветных лампочек и воспроизведите её, нажимая А. О-о-о-о! Понял, окей. Не понял. Чего? Чё ты не всосал? Нажимай, а? Запомните последовательность включения цветных... А, то есть нужно нажимать во время того, как они включаются, что ли? Окей. Ну я типа это сделал. Интуиция мне подсказывает, все будет отлично. А, я должен переключаться между кнопками, думал, что такое? Все, понял. Сосал. Думал, что такое? Нихера себе, послание инопланетян какое-то здесь творится. Уберите, мне страшно. Вау, у тебя жопу видно! Уйди, фу! У нее было только что жопу видно! Я нажимаю X. Я нажимаю X. Он не хотел стрелять, молодец. Да, космонавт, давай. Ты круче Брюса Уиллиса. Чейз, ты понимаешь? Ты покусился только что на святое. На Брюса. А, мне нужен динамит здесь, который у меня есть. Прости, Рекс, но ты сдох. Да, целых две серебряных статуи взорвано. И что, что мне на это абсолютно насрать? Как и всем смотрящим, но игра, да, и да, скажи мне, да, скажи, скажи еще раз, да! Да! О, да! Чё за кошки? What the fuck? Какие кошки? Не надо. Кошки, кошки, это зло. Кошка зло. Ну вот я боюсь упасть, потому что камера мне не показывает. Чё, куда? А, здесь ничего нету, окей. Охереть, теперь могу испепелять людей. What the fuck? What the fuck? Все вижу. Думаю, как мне туда попасть-то? Это телепорт! Нихера себе! Какая научно-фантастическая херня пошла! Господи, если я не буду знать, куда меня телепортируют, что мне делать? Вдруг меня располовинит? Вдруг я стану женщиной в это время... А, нет, это уже произошло. Без телепорта. Неважно.